Смышленые, любопытные, открытые к новым знаниям. Теперь в 31-й школе еще больше учеников. Команду начальных классов пополнили первоклашки. Сегодня они нарядные, с цветами, мамы и папы не выпускают из рук фотокамеры и ловят незабываемые моменты этого первого понедельника осени. Позвольте поздравить вас с Днем знаний, с началом учебного года. День знаний – это праздник, который дорог для каждого. Для того, кто учился, для того, кто учится и для тех, кто учит. Конечно, все внимание к первоклассникам. Их поддерживают родители, пришли старшие братья и даже самые маленькие в семье. Пожелать удачи и хорошего настроения в новом учебном году приехал и глава региона Валентин Коновалов вместе с советником генерального директора Россети Николаем Шульгиновым. Дорогие ребята, сегодня вы делаете очередной шаг навстречу своему будущему, открываете новый этап в своей жизни. Важно верить в себя, и для вас открыты все пути, все дороги. Возможно, сегодня среди вас есть будущие инженеры, выдающиеся ученые, спортсмены, юристы. Может быть, есть даже будущий глава Республики Хакасия. Шуточный спектакль в исполнении любимых персонажей. И вот, детство кончилось, звенит первый звонок на урок. Что ты ждешь от первого класса? Вот ты готова? Нет. Да, я готова. Что ты умеешь уже делать? Я уже умею рисовать примеры, писать, читать. Ты хотел вообще в школу? Ну, я волновался, все-таки пошел. Спал сегодня ночью хорошо? Не хорошо спал. Целый день не спал. Первый урок. Первое знакомство с учителем в 31-й школе Абакана. 6 первых классов. Открывается новая страница в жизни этой молодой абаканской школы. 31-я абаканская школа – одна из самых больших школ в нашем городе. Сегодня пасмурно, поэтому многие общеобразовательные учреждения Абакана приняли решение проводить торжественные линейки в спортивных и актовых залах. Сегодня 2 сентября, первый ознакомительный день, ну а уже завтра, 3-го, полноценный учебный день. Будут первые домашние задания, первые записи в дневнике. Для учеников начальной школы все только начинается. Ну а ученики 9-х, 10-х, 11-х классов выходят на финишную прямую. Дарья Казак, Артем Амзараков, новости.